Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я познакомлю тебя с проектом Lexit. Проект, который занимается оптимизацией бизнеса процесса под названием M&A. M&A – очень сложная область. Во-первых, есть тысячи предприятий, которые ежегодно распадаются, и в результате этого есть много покупателей и продавцов, которые сталкиваются с проблемами в отношении денежных переговоров справедливым образом. Большинство из этих переговоров связаны с использованием юристов, и процесс переговоров может быть довольно сложен, когда участвуют активы высокой стоимости. Она привязана служить качестве первого в мире рынка, который работает, чтобы увеличить эффективность и ликвидность рынка корпоративных активов. Для достижения этой цели Lexit будет использовать децентрализованную валюту, а также удобную для пользователя платформу, которая позволит ликвидировать патенты, товарные знаки, технологии и даже целые компании, чтобы ими можно было легко торговать. Подробнее о Lexit. Начнем с того, что мы видим, что Lexit поставляется с возможностью создания уникальной криптоориентированной платформы, которая позволит бесшовно упростить M&A и IP-транзакции. Целью Lexit является выполнение двух основных функций, включая рынок. Он будет служить в качестве рынка, где пользователи смогут прийти и предложить свой IP-адрес, филиал компаний, стартапов для продаж. Через пользу предварительного механизма фильтра потенциальные покупатели смогут просмотреть доступные возможности, а затем выбрать те, в которые они хотят инвестировать. Родная экосистема. Чтобы создать весь обмен опытом более плавным, компания разработала свою собственную экосистему, чтобы сделать рынок функциональным и доступным для всех тех, кто хочет его использовать. Во-вторых, Lexit будет использовать стимулы и бонусы, которые будут использоваться для поощрения участия. В дополнение к этому, компания также будет оказывать юридическую помощь своим клиентам для подготовки сделки M&A и IP. На этом мой первый видеообзор подходит к концу. По ссылочкам в описании присоединяйтесь к проекту Lexit, присоединяйтесь ко всем соцсетям данного проекта, чтобы быть в курсе, чтобы знать все выходящие новости. Я же с вами на этом прощаюсь. Ждите моих следующих видеообзоров по данному проекту. Всего доброго и до новых встреч!